я подумал, что тоже сейчас умру. Там, во сне. Сон — это маленькая прелюдия смерти. Может, я и не просыпался? Я же мог просто там сдохнуть. Не думай об этом, Ви. Расслабься. Смотри, это твои таблетки. Омега-блокаторы, принимая регулярно, они замедлят действие твоего чипа. Эти таблетки заставят молчать гостя в твоей голове. Псевдоэндотрезин от меня. У него обратный эффект. Он ускорит процесс. Освободит демона, так сказать. Мне нужно лечь. Ах да, последний подарок. Она была у тебя в черепе. Возьми на удачу. Обещай мне, что поспишь. Мисти, стой. Насчет Джеки. Что? Он часто говорил о тебе. Знаешь, мы ведь поссорились перед тем, как он уехал на это дело. Он на тебя не злился. Ты знаешь, наверное. Да. Просто жалко, что наши последние минуты вместе были такими. Тебе сейчас надо отдохнуть. Пожалуйста, поспи. Выберусь отсюда, ты понял? Я убью любого, кто встанет у меня на пути. И тебя тоже. Мне надо покурить. Где у тебя курево? Я не курю. Так пойди и купи! Мне всего одна нужна, последняя! Да что это вообще за херня? Не понял. Ты, блядь, кем себе возомнил? Отвали ты от меня! Нет, стой! Я получу контроль. Я найду как.
Ладно. Ты меня слышишь? Свали из моей головы! Нет! Лучше вставь себе ствол в рот и застрелись. Я чувствую, как наши сознания соприкасаются. Я словно гниль, которая пожирает тебя. И я не могу это остановить. Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться! Это только копия энграммы. А есть и другие. Должны быть.